Задом, задом, задом. Задом, езжайте задом. Здравствуйте. Как тебя зовут, мальчик? Меня зовут Человек-Человекович. Человек-Человекович, не похож. Да, да, да. Аккуратнее сзади вас женщина, не сбейте ее на тротуаре. Я в детстве как дразнили. Вот так вот на позитивной ноте человек сейчас въедет в столб. Стойте! Стойте! А! Вот так всегда. Ну, это называется мгновенная карма. Здравствуйте, вы пытаетесь пешехода сбить. Странно как-то получается. Вы пешеход? Я вас не пытался. Вот молодой человек пешеход. Ну ладно, понятно. Все. И я пешеход. А вы по тротуару хотите проехать? Вы же знаете, что так нельзя делать. А вы знаете, что сюда можно подвозить, например, товары? Я что-то не вижу, чтобы у вас товар был. А как вы можете видеть? Ну, это все закрыто. Ну вот, я не вижу. Я вам не верю на слово. Я вам не верю. Вот. А по тротуару машины априори не должны ездить, поэтому, увы и ах. Давайте. Вот. Так что вы можете убрать машину с тротуара задом. Сейчас мужчина подумает, у него родится идея, и он наконец-то придумает, что надо уехать. Ура! Не прошло и 10 минут. Just another day in Russia. Так вот с чаем горячим и с термосом мы греемся на наших зимних рейдах. Здрасте, а вам удобно? Вам удобно? Вы приезжать будете сюда? От мест слагаемой сумма не меняется. А ты сделаешь сейчас не будет верстать здесь, а? Такой рассудник. Сделай здесь верстать, а? Зачем мне что-то делать? Мы сами его собрать. Это клуб стоит. Не транскрайнер. Понимаешь? Это только через денег. Это же не мои заботы. Где мне распарковаться? Я его куда вызову? Когда он подойдет, тогда и подъедете. Красивый номер. Когда подойдет, тогда вы и это. Куда мне подойти? Когда он подойдет, тогда вы подъедете. Надо по факту. Его сейчас здесь нет. А вы мешаете движению машины. То есть ты не предлагаешь купиться здесь, чтобы создавать движение, да? Он вам оплатит бензин за ваш машину. Да, ты уверен в этом? Уверен. Красавец, да? Конечно. Спасибо. Спасибо за комплимент. Нету тут заезда. Видите знак пешеходная зона? Он распространяется на всю. Он распространяется на всю проезжую часть. Поэтому тут проезда вообще никакого нет. Хорошее лицо. Пойдем до гелика дойдем. Тормози. Стой, стой, стой! Куда едешь-то, мужик? Назад! Девушка, вы половину тротуара перекрываете. Можете отъехать, пожалуйста? Девушка, мы вам наклейку будем вынуждены наклеить. Я вот тогда на морду наклею. Ну, колесни, я звонок сделаю, вам наклею. Жопу. Ну, жопу на яйца наклею. Не, жопу на яйца наклею. Вот. А как это? А уберите, пожалуйста, и все, и не будет никаких проблем. Нет, помню, ты факт, не так.
Дорогие друзья и уважаемая девушка, которая так неадекватно сегодня отреагировала на наше обращение не парковаться на тротуаре. Вы поймите, вы себя сами ведете некультурно, мы большие молодые парни, мне вот этот удар битой, ну, не больно, ладно. Конечно, да, вот небольшой ушиб получился у меня сегодня, но это пускай будет на вашей совести, хотя заявление в полицию уже написано, вот, все справки будут поданы туда. Ну, просто подумайте, вы сделаете сами только хуже себе, нам вы хуже не сделаете, потому что надо уважать других.